Всем привет! Сегодня будем настраивать температуру в холодильнике Асланд. Вот посмотрите модель 4421 500N. После предыдущего ролика, в котором я рассказывал, как настроить холодильник Атлант с таким вот дисплеем, было очень много вопросов о настройке холодильника с дисплеем, который вот так вот выглядит. Вот видите, да? После первого включения на дисплее вы увидите вот такие вот символы. Это говорит о том, что холодильник работает и можно выставлять температуру. Для того, чтобы выбрать режим по температуре, вот функция F. F – это выбор. Выбор температуры. Вот видите, слева мигает. Сейчас вам покажу еще раз. Вот, видите, это говорит о том, что будете с левой стороны, это будет температура на морозильную камеру. Еще раз. Так, нужно закрыть холодильник, он ругается. Сильно долго дверь открыта. Так, еще раз. Вот, смотрите. Функция F. Нажали, замигала. Видите, вот мигает. Как только мигает, в течение 3 секунд нужно успеть нажать кнопку ОК. Температура. И вот этой вот кнопкой вы задаете нужную температуру. Давайте оставим 18. Для подтверждения этой температуры, чтобы перестал мигать вот этот вот символ, как вы видите, нужно нажать ОК еще раз. Все. Теперь так же самое. Выбор морозильной камеры нас уже не интересует. Нажимаем второй раз. Третий, четвертый. Все, видите, замигало. Окей. Не успели. Заново по кругу. По всем режимам уже сами почитайте в инструкции. Вот смотрите. Вот оно. Окей. Успели. Успели. Нажали окей. Так, еще раз. Видите, не успеваем, не успеваем. Поэтому нужно опять нажимать F. Раз, два, три, четыре. Замигало. Окей. Вот, мы перешли в режим регулировки температуры в холодильное отделение. То же самое. Кнопочкой больше-меньше задаем температуру. Давайте поставим, к примеру, там 4 градуса. Чтобы зафиксировать температуру, нужно подтвердить кнопкой ОК. Все, ничего сложного в этом нет. По остальным режимам, я думаю, вы там уже сами в инструкции почитаете. Суперохлаждение, охлаждение бутылок, холодильная камера, режим отпуск. В общем, читайте, смотрите, ничего сложного нет. Все, всем спасибо, будут вопросы, пишите. С удовольствием отвечу.